Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и вы на канале вашего бухгалтера. Ваш бухгалтер на даче и собирается вам сейчас показать и рассказать, как ухаживать за лилиями. Я обожаю эти цветы и хочу сейчас их обработать на зиму. Два способа. Либо мы, если мы не хотим пересаживать никуда цветок, вот у меня, видите, лилии, они уже отцвели. Если мы не хотим никуда пересаживать цветок, мы ухаживаем следующим образом. Во-первых, как вы заметили, у меня инструмент фирмы Fiskars, очень хороший. Я его очень люблю. Как вот купила, всегда пользуюсь только им. Вот у меня и клещи, и большие, и тяпка, все этой фирмы. Очень хорошая фирма. И я использую, всем рекомендую. Очень удобно. У меня есть маленькая лопата, есть большая. Маленькую на зиму я кладу в свой автомобиль на случай снега. Ну, а большая остается на даче, на всякий случай. Так, вернемся к лилиям. Лилии обрабатываются двумя способами. Вот видите, у меня вот эти маленькие лилии разрослись очень сильно. Я их хочу пересадить в другое место. А вот большую лилию, вот эту, допустим, или вот эту, я хочу оставить. Как мы оставляем лилии? Во-первых, мы оставляем примерно 30-40 сантиметров и обрезаем эти лилии вот таким образом. Вот это мы выбрасываем, и в таком виде, естественно, все листочки убираем, лилии оставляются на зиму, ничего с ними не происходит. На следующий год луковица растет и развивается. А если и получается новый цветочек. А вот эти мы хотим пересадить. Соответственно, мы выкапываем луковицу замечательной лопатой. Выкапываем полностью цветок. Сейчас я вам покажу. Так. Лилия – это луковичное растение. Аккуратно, чтобы не повредить корни. Он какой здоровый. Сейчас мы выкопаем луковицу, отделим ее. Вот они. Вот видите? Нет, это корни. Ищем луковицу. Разделяем лилии. Вот, пожалуйста, это луковичное растение. Мы освобождаем наши лилии от земли, чистим. У нас остаются такие луковицы. Мы их отрезаем и луковицы складываем в сухое темное место. А по весне эти луковицы можно посадить куда угодно. Еще способ, можно и сейчас их пересадить в другое место. Я пока еще не придумала, куда их пересадить. Поэтому я их только выкопаю и приготовлю, а весной куда-нибудь посажу. Спасибо вам большое. И еще хотела что сказать. Для полезных советов я открыла новый канал. Называется «Хочу знать, как экономить». И там я выкладываю все полезные советы. А ваш бухгалтер пусть рисует самолетики свои бухгалтерские и занимается только бухучетом. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.